Здравствуйте. В эфире телеканала ЛРТ программа «Диалог с главой». В гостях у нас глава городского округа Люберцы Владимир Михайлович Волков. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Добрый вечер. Напомню всем, что мы работаем в прямом эфире, в абсолютно прямом, и свои вопросы вы можете абсолютно легко задавать по телефонам, которые уже работают и ждут ваших звонков. 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. Ну а пока мы ждем ваших телефонных вопросов, Владимир Михайлович, с погодой что такое творится непонятное, вот, то лето возвращается, то вдруг мы начинаем переодеваться, я имею в виду машины, шины переодеваем, ну готовимся к какой-то уже плохой погоде. Мы прекрасно понимаем, что все это все равно придет к зиме, к снегу. И понятно, что это один из главных вопросов, подготовка к осенне-зимнему сезону. И готовы ли коммунальщики вот в полном объеме встретить снег? Потому что, как у нас принято говорить, снег иногда внезапно приходит. Да, действительно, добрый вечер. Есть такая шутка, что снег зимы не ждали, но, конечно же, это не так. Зиму ждем, к зиме готовимся. Сразу после той зимы, наверное. Конечно. Да? Весенне-летний период проходит очень серьезная подготовка всех коммунальных систем. И, конечно же, в погоде ничего удивительного нет, у природы нет плохой погоды. Сейчас на календаре осень, пока не зима, слава богу. Да. И, конечно же, температура всегда в это время года колеблется, так называемые температурные качели. Mm-hmm. Вот. Но что зависит от города и то, к чему мы готовимся, это, конечно же, подготовка всех наших социальных объектов. Это школ, детских садов, больниц. Это, конечно же, подготовка жилого фонда. Это более 2200 многоквартирных жилых только домов. Угу. Это, конечно же, спортивные объекты и все, что связано с отоплением инфраструктуры промышленной. Потому что есть предприятия, которые от нас запитаны, от наших систем. В течение периода летнего, весной проводится опрессовка, проводятся серьезные работы по замену гидротехнического оборудования, отопительных систем, обновления котельных. Это происходит каждый год. Но программа существует, да? Пришли, конечно, поменяли, посмотрели. Конечно. Для того, чтобы выявить, где тонкое место и где рвется, для этого происходит опрессовка, под давлением нагоняется в трубах воздух, и, соответственно, либо это вода, и рвется там, где рвется, там проводятся работы по замене этого участка. Поэтому наши службы работают очень профессионально, за что огромное спасибо всему коллективу, блоку коммунальных служб. Угу. Поэтому не буду на ком-то конкретно останавливаться. Но как оценивают нас по подготовке к отопительному сезону? Это паспорт готовности города к зиме. Его выдает технадзор. И, соответственно, это организация, которая нам не подведомственна, она проверяет, она дает в начале сезона огромное количество замечаний, тех, которые нужно устранить. И пока все до последнего замечания не будет устранено, этого паспорта никто не получит. Угу. По планам мы его должны были получить к 1 ноября, но мы сократили сроки, и в этом году он был получен гораздо раньше. Поэтому мы провели эти работы, подготовились, и нам его выдали. Это уровень доверия. Гарантия своего. Гарантия, да. И, конечно же, такой внешний контроль позволил нам войти в отопительный сезон уверенно. Сейчас, конечно же, когда дается теплоноситель, в жилой фонд особенно, всегда на первом этапе, первый, второй день, поступает огромное количество жалоб, они связаны с чем? Это из-за воздушивания системы, это, само собой, где-то протечка, кто-то сделал ремонт из соседей, ну и забыл сказать, да, и нашим службам, и соседям, да, что он просто стояк поменял у себя в квартире. Да, такие случаи, к сожалению, до сих пор есть, поэтому мы выходим, разбираемся оперативно, находим эти проблемные места, конечно же, их устраняем, и эта работа продолжается 24/7. У нас работают все телефоны, это единая диспетчерская служба, это все ресурсы социальных сетей. Можно оставить любое обращение у меня на моем аккаунте, можно позвонить просто по телефону, можно прийти в любое ЖЭО, в любую управляющую организацию. Конечно же, таких
моментов с донесением информации, их очень много. И вы вот держите руку на пульсе, если где-то что-то, как говорится, там, где тонко, там рвется, конечно, то есть вы тут же реагируете. У нас есть ЦУР, Центр управления регионом, есть муниципальный ЦУР на территории нашего города. Туда стекается вся информация, мы видим все, что происходит в городе. И, конечно же, если есть всплеск по какому-то адресу или нескольким домам, мы это тут же видим на тепловой карте, мы туда направляем наши службы. Службы работают, еще раз повторяюсь, 24 на 7 каждый день. Ну, вот в этом году нам немножко повезло, потому что мы же помним эту важную такую цифру, плюс 8, значит, уже должно включаться отопление. В этом году в некоторых регионах даже решили включить пораньше, потому что, ну, чтобы вот этот неожиданный холодный период не застать, а потому что лето все-таки задержалось. Но, тем не менее, как по графику ли все было дано, и сколько сейчас вообще котельных работает, может быть, там тоже что-то изменилось в этом направлении? Подается подача тепла стандартно по нормативу, подается не когда просто один день плюс 8, а 5. Когда среднесуточная температура держится не выше 8 градусов на протяжении 5 дней. Да, если вдруг 2 дня она простояла, потом опять среднесуточная перевалила за 15 или там за 20, опять конечно же обнуляется. Да. Но в этом году и мы подключили свою систему, раньше не стали дожидаться срока норматива, соответственно, был запрос вначале от наших социальных объектов, сады, школы, больницы и так далее. После этого жилой фонд и, конечно же, все это идет циклично. Теплоноситель от котельной поступает не в тот момент, когда вот мне захотелось, знаете, там включил рубильник, как дома, в частном доме, котел свой включил и через 5 минут пошло тепло. Нет, система котельных и сама гидросистема теплоснабжения — это очень серьезный механизм. Это сотни километров трассы. Конечно же, от котельной порой сам теплоноситель прогретый идет по трубе. Есть трубы и 800 диаметр. Это фактически 80 сантиметров на простом языке. Да. И 300-й диаметр — это 30 сантиметров. Вот эти огромные трубы с теплоносителем, они прогревают вначале ЦТП, и после этого идут в батареи. Этот процесс может запуска от начала до конца, до последнего, до последней квартиры, до последней батареи, от этого периода может пройти сутки. Поэтому вот с этим связаны порой тоже замечания, и жители не понимают, поэтому наши службы отрабатывают, объясняют, мы со всеми общаемся. На данный момент никаких проблем нет, все работает, и все дома с теплом. Дай бог, чтобы так и было, да? У нас уже есть телефонный звонок. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте, как вас зовут? Зовут Татьяна Тихоновна. Да, Татьяна Тихоновна, здравствуйте. Мы живем Октябрьский проспект, 120. Так. У нас 3 корпуса. И была всю жизнь остановка, поликлиника. Так. Остановку эту закрыли. Ее сейчас нет. Мы вот с мужем 2 инвалида с палками. Либо к выходному идти, либо вот туда, к Фаторшину. А зимой гололед будет. Я дозвонилась в администрацию, они говорят, что строят на деньги Воробьева, что мы тут ни при чем, остановки не будет. Ну как вот нам, пожилым людям, у нас нет никакого магазина рядом. Ни до метро не доехать, ни в обратную сторону. Очень просим, Владимир Михайлович, ну снизойдите к нам, пенсионерам, откройте эту остановку. Спасибо большое. Она 100 лет тут существует. Значит, все, что да. Касаемо этого остановочного павильона, конечно же, проект изменения и строительства нового путепровода Октябрьский проспект, она, конечно же, не подразумевала остановку в этом месте. Мы посмотрим, что можно сделать. Там поменялась просто вся структура. Это комплексный вопрос, он не зависит лично от меня, либо от какого-то решения одного человека. Это проект, который согласован со всеми министерствами, с ГИБДД и, конечно же, изменения и скорости, которые появились на этой дороге, скорости проезда автомобилей, они не позволяют именно в этом месте установить. Да, просто, но да. Мы подумаем, что можно сделать, может быть, изменить проектную документацию. Я сейчас не готов ответить. Может, магазин лучше там новый открыть, чтобы далеко не ехать, рядом далеко. Да, много решений, но людям все равно нужно добираться из точки А в точку Б. Понятно, что привыкли именно к этому остановочному месту. Поэтому мы посмотрим, что можно сделать. Обязательно свяжемся. Вы оставите телефон.
У нас же все фиксируется. Да, конечно, конечно. Я напомню, телефон 498-642-1950 и 498-1952. Звоните, и вот у вас есть прекрасная возможность, что называется, в прямом эфире не только задать вопрос, но услышать ответ. Мы идем дальше, поговорили мы про теплотрассы, про вот эту довольно сложную работу. Единственный только вопрос, какие-то новшества там применяются, вот какие-то новые стыковочные узлы, то есть эта работа тоже идет по улучшению состояния? Я имею в виду вот в системах отопительных теплотрассах. Не только теплотрассы, мы новые котельные строим, мы новые строим тепловые узлы, подстанции. Конечно, это все модернизируется каждый год. Каждый год приходит новое оборудование, каждый год мы устраняем те проблемные места, которые были выявлены, и не только одним годом, а в течение эксплуатации всей системы. Поэтому мы входим в программы блока ЖКХ правительства Московской области, и, конечно, мы используем все механизмы, которые новые применяются. Понятно. 2023 год, который совсем скоро уже начнут называть уходящий потихонечку, да, но для нас, для всех, кто имеет непосредственное отношение к городскому округу Люберцы, он юбилейный. Вот, к нему очень долго готовились, и в сентябре город торжественно отметил 400-летие. Вы как раз были до того, как эти события у нас были, анонсировали их. Ну и помимо праздничных торжеств, запомнились они, безусловно, жителям и гостям округа, на территории, в общем-то, и до, и во время, и наверняка после продолжается такая серьезная работа по благоустройству. Самое разное, самых разных направлений. И очень часто и представители администрации, и депутаты, и просто люди, которые к нам обращаются, ну, радуются вот появлению новых парковых зон, да, там, где можно отдохнуть, так немножечко отвлечься от нашей такой быстротекущей жизни. И сейчас я так понимаю, что к паркам и так называемым общественным территориям особое значение уделяется. На каком этапе вот реконструкция парка Наташинского и парка Марусина? Что вы можете об этом рассказать? Ну, давайте уж тогда расскажу вначале о парке, который для нас самый значимый, большой проект благоустройства, который мы реализовали в этом году. Недавно было его открытие. Это парк «Лесная опушка», да, он огромный, который расположен в микрорайоне Октябрьский. И площадь парка составляет 115 гектар лесной территории. Когда мы только начинали процесс обсуждения с жителями, конечно, ряд наших жителей был против, потому что думали, что лес превратится в какие-то асфальтовые направления, да, дороги, дорожки. Город в парке такой. Закатаем будет, да, в плитку весь лес и так далее. Конечно же, сейчас уже парк реализован, и это изюминка, это красота, это объем. Парк позволяет заниматься спортом, гулять, отдыхать, набираться сил, здоровья. Конечно же, там никаких плиток и асфальтов нет. Те материалы, которые применялись на территории парка, это все, что связано с малыми формами, с какими-то скамейками, спортивными объектами, столбами освещения. Абсолютно все, без исключения, сделано из лиственницы. Лиственница — это самый плотный материал древесный. С годами он только каменеет, становится как железо, как камень. Это натуральный материал. Конечно же, на территории парка проложены огромные пешеходные дорожки, беговые дорожки, трасса для лыжни. И в этом году, первый год, мы будем проводить там достаточно много соревнований, интересных эстафет. Обязательно их анонсируем, как только погода нам позволит провести их. У нас на территории парка обустроены детские спортивные площадки, места отдыха. Есть водоем, который полностью был очищен. По краям, по берегам водоема сделано благоустройство, установлены лежаки. Конечно же, в летний период там можно будет очень приятно и отдыхать в таком очень экологичном лесном фонде. На всей территории установлено освещение, камеры «Безопасный регион», туалеты всепогодные, теплые, комната для матери и ребенка. Проект очень серьезный. Он был реализован благодаря непосредственно поддержке Андрея Юрьевича Воробьева, нашего губернатора. И, конечно же, с блоком Министерства благоустройства мы очень плотно работали. Парк получился очень интересный, поэтому всех приглашаю приехать посмотреть своими глазами. У нас в этом году достаточно проблемный объект — это Наташинский парк. Вот давайте мы сейчас, перед тем, как к нему подойти, все-таки, коль мы так много уделили внимания этому замечательному проекту, в том плане, что действительно освоить такой огромный массив, то есть и лес сохранить,
и сделать, ну какой хочешь отдых, такой выбирай, хочешь ходи, хочешь танцуй, хочешь занимайся спортом. У нас просто есть сюжет открытия парка «Лесная пушка», я предлагаю сейчас посмотрим, конечно, а потом вернемся к другим проектам. Прошу. Этого события жители округа ждали давно. Праздник собрал несколько тысяч человек. Первые гости лесной опушки уже оценили красоту и комфорт новой зоны отдыха. Мы рады, что у нас в поселке наконец-то появилось место, где можно в праздники проводить всей семьей время. Спасибо. Теперь мы будем гулять тут, ну, в любое время года. Можем уже здесь принимать дополнительные нормативы ГТО, как раз бег по пересеченной местности. Мне парк очень понравился, крутой. Там можно покататься на лошадях бесплатно. Сейчас будем бегать. Думаю, занять второе либо первое место. Массовый забег объединил более 1000 человек. Маршрут проходил через экотропу и лесной массив. Наравне с профессионалами легкой атлетики на дистанцию вышли и любители. Ну как тут забег-то? Класс! Спасибо, мы с вами снова увиделись. Километр бежали в честь открытия прекрасного парка, который облагоустроился с прекрасными спортивными кластерами, с прогулочными зонами, с зонами воркаута. И хочется, чтобы люберцы дальше процветали, жили, развивались. Еще одна площадка под открытым небом появилась и у активных долголетов. Первый марафон скандинавской ходьбы объединил более 50 человек. Обязательно ходьбой мы будем заниматься в этом парке. Отлично, нам очень все понравилось. Многофункциональные спортивные зоны оценила и бронзовый призер Олимпийских игр Наталья Коростелева. Российская лыжница приехала в Октябрьский вместе с семьей. Естественно, должна быть лыжероллерная трасса, потому что рельеф как раз для начальной подготовки равнинный. Самое то, чтобы научить деток кататься на лыжах. Здесь у вас спортивное ориентирование очень развито. Лыжные гонки будут развиваться. Здесь обустроили новые пешеходные маршруты, зоны для тихого отдыха. Установили спортивные и детские площадки. По периметру парка сделали освещение. Первый этап благоустройства завершен. Реконструкцию лесопарка продолжат в следующем году. Напомню, что у нас сегодня диалог с главой. Владимир Михайлович находится здесь у нас в студии. Итак, вы хотели рассказать нам, какова же ситуация с Наташинским парком и парком Марусина, тем более после такого сюжета всем хочется, чтобы рядом с домом был подобный парк. Да, в этом году у нас много объектов благоустройства. Это и спортивные, и детские площадки, и въездная стела 400 лет на Октябрьском проспекте. Mm-hmm. Все сдано, все радует наших жителей. Но есть у нас и один проблемный объект, это Наташинский парк. Действительно, компания, которая приступила к благоустройству, не выполнила свои обязательства в течение всего летнего периода. Огромное количество замечаний было к ним предъявлено от самих жителей, которые просто замечали, как они кладут в нарушение плитку просто на землю, вместо того, чтобы сделать подбетонное основание. Нарушали технологию в сухом остатке. Компания эта, с этой компанией мы расторгли договор, его разорвали, прекратили все с ними отношения. На данный момент деньги, те, которые были им выплачены в виде аванса, будут возвращены через банковскую гарантию. Можно, да, банк гарантирует и это условие контракта, поэтому мы ни одной копейки за работу эти не заплатим. К сожалению, конечно же, время деньги потери деньгами, но, естественно, неудобства, которые испытывают жители, это очень неприятно, тем более, что парк и благоустройство парка проходить будет в течение 2 лет, 2023-2024 год. На следующий год, конечно же, уже определена компания, которая исправит все эти недочеты. На следующий год будет исправлена вся работа и по первой части, где в этом году не успели, и будет благоустроена территория до железной дороги. Будут новые дорожки, пешеходные маршруты, будут беговые дорожки, спортивные объекты, досуговые. Абсолютно все будет зонировано, будут новые входные группы, очень интересные, такие дизайнерские. На водоеме появятся места, пристани, такие для отдыха. Освещение архитектурное, парк получит вторую жизнь. Ну а все, что связано, конечно, вот с этим нерадивым подрядчиком, наказать бы их, остается. Наверное. Они наказаны тем, что они реально потратили деньги, но они их потратили неэффективно, и мы в силу закона не можем принять эти работы, понятно, просто не можем. Даже тут были замечания от жителей по поводу дискомфорта, связанного с мусором, который был навалами там устроен. Мы им замечания выставляли. Да. Юридически мы не могли притронуться ни к одной, даже, как ни странно, куче мусора. Почему? Серьезно? Потому что она является их имуществом, она является
там могут находиться стройматериалы. Если бы мы начали бы уборку, они бы обвинили нас вплоть до того, что мы могли что-то украсть. Поэтому по закону, по условиям контракта нужно было выдержать период, заранее предупредить, только после этого разорвать. Я не буду сейчас долго рассказывать все эти проблемные вопросы. Это юридическая уже зона. Это практика, которая, к сожалению, встречается. Но государственные контракты именно носят характер полной ответственности за проведение работ. Если работы выполняются некачественно, их никто принимать не будет. И платить за них тоже никто не будет. Угу. На следующий год мы к 1 сентября, я вот пользуюсь случаем вашей передачи, сразу говорю сроки, к 1 сентября мы откроем полностью обновленный парк с двумя частями благоустройства. Конечно же, я думаю, что наши жители оценят уровень благоустройства. Мы сделаем сюжет красивый. Обязательно. И не один. И не один, да. Про Марусино. Марусино тоже. Это интересный парк. Место, которое много лет ждало своего благоустройства. В этом году очень серьезный запрос был от наших жителей. Мы встречались с ними, обсудили, что они хотят видеть на этой территории. Стандартно те же красивые дорожки, места, где можно отдохнуть, подходы к реке, спортивные, досуговые места освещения, безопасности и так далее. Все это было запроектировано. Парк изначально в бюджете города не стоял. А любой объект появляется прежде всего стандартно это за год. Ставится план, проектируется, и только после этого проводится процедура, выходит подрядчик. В этом году все эти сроки сократили для того, чтобы начать работы по благоустройству. Сейчас подрядчик проводит серьезную работу, завезены тысячи кубометров песка, щебня, подсыпается эта территория, равняется. Мы выходили, я только там дважды был с жителями, проверяли, как работы ведутся. Достаточно интересно, эффективно. Самое главное, еще хочу подчеркнуть, что на следующий год мы на этих работах не остановимся. Мы продлим пешеходную зону вдоль реки Чернавка. В этом году было очищено русло реки Чернавка, берега. В русле, конечно, много интересных объектов мы обнаружили. Это плиты, блоки, кузова от машин, какие-то колеса, рамы, все подряд. Почти то есть мусорник превратилось. Это не река, это была сточная канава. Сейчас мы ее полностью очистили. Берега чистые, в реке ничего нет. Появились какие-то мелкие даже рыбешки, хотя глубина небольшая. И, конечно же, мы увидели, что берег достаточно живописный. Стоит проложить тротуар, несколько фонарей поставить, лавочки. Места отдыха будут очень такие, ну, даже не похожи на наши либерецкие пейзажи, а мы вышли, кто-то сказал, да, такие пушкинские или есенинские вот, места, да, очень, очень живописные и красивые. Поэтому, да, мы, конечно, это все должны в порядок привести, но начало — это парк Марусино. Там в определенный момент сейчас идут работы по отведению воды, ее очень много, потому что это пойма реки. В проекте глубоких изысканий по геологии не было, и подрядчик столкнулся с тем, что сколько песка он не привозит, все уходит. Это всегда происходит в местах таких подтопления, болотистых местах. Задача все проверить, понять. Да, уложить так, чтобы потом уже ничего никуда не уплывало. Поэтому работы проводятся, работы будем мы ждать. Держим на контроле. Да. Ну и у нас есть звонок. Напомню, что это прямой эфир. Вы можете дозвониться к нам в любую минуту. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Андрей. Да, Андрей. У меня такой вопрос. Мы живем в поселке Томилино парк. Так. Планируется ли переход через Юлу, который сейчас строится, в парк, который сейчас там строится? Спасибо. Да. Вот такой конкретный, короткий вопрос. Очень хороший вопрос, Андрей. Да, спасибо за этот вопрос, потому что всех нюансов не расскажешь. Действительно, парк, когда проектировался, Юла, изначально, ну, о ней никакой информации не было, что выходит активно на стройку компания. На следующий год открытие полностью дороги Юла, на следующий год к концу. Да, сроки правительства поставило именно такие. И дорога будет скоростная, ее перейти невозможно. Мы вышли с инициативой прокладки туннеля под дорогой, то есть из поселка Мирного, если мы смотрим, Андрей, вы меня понимаете, если мы смотрим от домов четко на новую входную группу, она такая красивая, сделана также из лиственницы, то если мы на нее смотрим, вправо порядка где-то 70-100 метров идет утолщение самой дороги, то есть идет насыпь. В этом месте будет как раз проложен туннель пешеходный, и дальше тротуар комфортно позволит пройти до этого входного места в парк и дальше идти гулять. Поэтому переход для жителей
именно микрорайона Мирный будет в этом месте. Ну, прекрасно. Ну и коль мы уже так о благоустройстве все больше и больше говорим, давайте сразу же перейдем к еще одному вопросу. В сентябре, это уже такой совместный проект Москвы и Подмосковья, речь идет о озере, которое называется Черное, я его лично много раз на нем бывал, и поэтому для меня это тоже такой особенный субъективный подход. Напомню, что оно между районом Некрасовка и Люберцами, поэтому это такая как бы общая, да, территория в какой-то степени. Что вы можете рассказать об этом проекте, что в него войдет и каково там наше участие? Я много могу рассказывать об этом проекте, сам себя буду сдерживать. Хорошо. И расскажу по сути о таких решениях, которые уже были приняты. Где-то полгода назад с Андреем Юрьевичем, с губернатором, мы выезжали на территорию микрорайона Зенина. Он обратил внимание как раз-таки на проблемный участок, так как территория земельного участка относится к Москве, а все, что с водой связано, это Московская область. Угу. Именно поэтому территория была брошенной, и водоем в области, и земля в Москве, и вроде как-то такой конкретной зоны разграничения ответственности нет, кто должен благоустраивать. В итоге, по нашей просьбе, инициативе, Андрей Юрьевич очень активно подключился к этому вопросу, очень быстро согласовал с Сергеем Семеновичем, с мэром Москвы, Собяниным, вопрос благоустройства. Решение такое: земельный участок передается в Московскую область, в городской округ Люберцы для благоустройства. Общая площадь земельного участка 43 гектара, и из них это 20 гектар водоем, оставшаяся территория это земли. Что будет сделано на этом участке? Так как с одной стороны расположен микрорайон Москвы Некрасовка, а с другой микрорайон Зенина Люберцы. Всю эту территорию разделяет достаточно большой водоем. Угу. В одном месте у него есть сужение. И мы вышли с инициативой, посоветовались с жителями и согласовали вопрос строительства моста, пешеходного перехода через это место. Свяжем Москву сейчас с Люберцы. Да, жители Зенина очень хорошо понимают, о чем я говорю. Угу. Сейчас для того, чтобы дойти до метро на стороне Некрасовки, нужно потратить пешеходу 2 километра. С реализацией моста мы сокращаем этот проход до километра. То есть, если человек утром идет 2 километра, вечером 2 — это 4. Конечно, полезно для здоровья, это но да, вечером ты устаешь. Поэтому, да, 2 километра. Что будет происходить на территории земельного участка? Это, конечно же, зонирование будет согласовано с жителями. Мы договорились о том, что все проектные работы, которые будут проходить только в начале пути, и в последующем будут согласовываться, наноситься коррективы. Там будут установлены также пешеходные зоны, велодорожки, спортивные объекты, досуговые объекты. Будут обязательно интегрированы объекты общепита. Это кафе, это детские, для детей, это для мастер-классов, помещения для детских кружков. Также будут установлены объекты, ну, интегрировано, конечно же, современное освещение, безопасный регион, это обязательное условие, все будет находиться под видеонаблюдением. Территория будет использоваться для спортивной, рекреационной, досуговой деятельности, для культурной мы будем проводить там разного рода мероприятия. Получается, это наша немножко территория это приросла вроде как. Конечно, конечно. Эта территория как раз-таки на стыке. Ее нельзя делить, она вот их или она не их. Наша она или не наша. Поэтому внутренне. Благодаря, да, и губернатору, и мэру Москвы это решение было очень быстро согласовано. И, конечно же, средства, которые туда планируются, а выделение на этот парк порядка 1,5 миллиарда запланировано, это очень серьезная сумма. И, конечно, благодаря такой поддержке, таким средствам мы сделаем очень красивый проект, очень красивый парк, достойный. Я так понимаю, что за ним будут, так сказать, следить и московские власти, и власти Московской области. Конечно. Такой совместный будет. Два ока будут наблюдать за этим. Так точно. Но будем ждать, потому что действительно такое замечательное природное место, и хочется, чтобы оно тоже стало таким же красивым, как и лесная опушка. Потому что есть озеро и лесная опушка, будут оба хороши. Еще один такой вопрос, коль мы заговорили. Сегодня у нас такая, можем сказать, экологическая даже в какой-то степени программа. Мы решаем все вопросы, но прежде всего это человек, это спорт, это долголетие, да, это все то, что позволяет нам гулять в парке, наслаждаться им как можно дольше, и с внуками, и с правнуками. Речь сейчас пойдет еще о стадионе «Торпедо». Напомню, что это такой важный объект спортивный, проект, который, собственно говоря, ждали тоже все, как вот он сейчас идет, что в него вкладывается, и все ждут уже, чтобы он распахнул свои двери.
Стадион «Торпеда» — это наше историческое место. Стадион, конечно же, за годы своего использования видел огромное количество спортсменов, именитых спортсменов, звезд российского спорта. И, конечно, при реализации проекта мы постарались внести все те современные технологии, обновить, улучшить, максимально использовать его круглый год. Угу. Реализация проекта идет полным ходом в соответствии с тем графиком, который утвержден. К концу следующего года, иначе, иными словами, ровно через год мы открываем его. Угу. Это будет декабрь 2024 года. Что будет реализовано? Прошлый стадион по отношению к Октябрьскому проспекту располагался перпендикулярно. Да. Сейчас спортивное ядро стадиона, овал, расположен параллельно. Ага. На стадионе, конечно же, будут 6 беговых дорожек, современных, прорезиненных, все как положено. Будут установлены дополнительные зоны воркаута, уличные тренажеры. Угу. Но самое главное, что стадион будет круглогодичный за счет подогрева поля. Будет искусственный подогрев поля. Поэтому открытие в декабре. Нет, не поэтому. Искусственный обогрев поля, что позволяет использовать уже его круглый год. Соответственно, будет искусственное покрытие футбольное. Угу. Дальше. Стадион, конечно же, не может быть без трибун. Трибуны будут новые, трибуны будут с навесами для того, также, чтобы в любую погоду сидеть комфортно, смотреть и наблюдать за спортивными мероприятиями. Сами трибуны, подтрибунное пространство будет обновлено, там будут тренерские передевалки, конечно же, и дополнительно классы для занятия спортом. Но самое главное, что появится новый объект, которого не было, это физкультурно-оздоровительный комплекс ФОК. Площадь его 2500 метров. Угу. Что в нем будет? Во-первых, сам по себе он будет очень красивый. Этот объект будет украшением нашего округа. И мы стремимся сделать его такой визитной карточкой. Внутри наполнения это первый этаж. Конечно же, многофункциональное поле футбольное, волейбольное, баскетбольное, которым можно будет также заниматься теннисом. Классы спорта, которые там будут размещены, это абсолютно разные классы. Это и гимнастика спортивная, это и борьба, это и шахматы, это и теннис. Они будут наполнены в соответствии с требованиями нашего управления физкультурой и спорта. Мы просчитали приблизительное посещение наших жителей в день. Это порядка 2500 человек. Это очень серьезный объект. Да. И вы понимаете, что рядом Дом культуры. Конечно же, мы занимаемся тем, чтобы и наш Дом культуры обновить. Все в работе. На самом деле мы ведем работы по проектированию, по осмечиванию, чтобы понять, что необходимо, как усилить те проблемные места. И, конечно, его тоже будем обновлять. И вот этот вот весь центр спортивно-культурный, да, парковый, он позволит принимать соревнования любого уровня. И, конечно же, самое главное, что наши и спортсмены, ребятишки начинающие, и люди среднего возраста, и, самое главное, люди старшего поколения могут приходить, заниматься спортом и набираться здоровья. Ну, я вам должен сказать, что вот в нашей программе очень много приходит. Я даже никогда не знал, что такое количество единоборств существует. Это помимо традиционных футбол, да, хоккей, все, что здесь происходит в плане спорта, ребята приходят, и я уверен, что будет, там еще придется в очереди им стоять, чтобы попасть, потому что так и будет. Желание такое есть. Но у нас есть сюжет, мы подготовились, да, потому что, естественно, планировали, что пойдет речь о реконструкции. Есть сюжет, который посвящен, как идет реконструкция стадиона «Торпеда». Давайте вместе посмотрим. Разрешение на строительство подрядная организация получила в конце августа и уже 1 сентября приступила к работе. Сегодня на объекте трудится 30 человек. После отрыва котлована ФОКа рабочих станет больше. Полностью идет работа по всей длине фундаментов трибуны. Залиты уже 570 кубов монолитного бетона. Дальше начали уже работать по разработке котлована физкультурно-оздоровительного комплекса. Планируем в осенне-зимний период выполнить весь монолит на всех трех объектах. Это ФОК, трибуна и проходная.
том числе фундаменты под мачты освещения. Работа проходит в две, а иногда и в три смены. Срок завершения строительства – 4-й квартал следующего года. А открытие нового стадиона запланировано на начало 2025-го. После масштабной реконструкции «Торпедо» сможет принимать до 4000 спортсменов в день. Напомню, что это программа «Диалог с главой», прямой эфир, и мы приблизились уже вплотную к финалу. И коль мы говорили сейчас о стадионе «Торпедо» и показали его, понятно, что пока он на реконструкции, придется нам довольствоваться зимними видами спорта где-то в других местах. Но сегодня слышал я уже слово «лыжные трассы». Вот. Как мы вообще готовимся в плане зимних видов спорта? Что для этого делается в нашем городском округе? Мы готовимся очень серьезно, и те объекты, которые традиционно использовались под спорт в зимнее время, это Наташинский парк, также и прокладывается лыжня, это новый парк «Лесная пушка», это парк сказок, я долго могу перечислять, это все те традиционные места, которые есть в нашем городе. И, конечно же, стороной не обойдем те катки, которые будут открыты. Да, мы как-то забыли, это же такое, да, вот без это него же, никуда. Вы спросили зимние виды, я поэтому, лыжи лыжами, а катки, коньки это коньками. Конечно же, это излюбленное место Наташинский парк. Там с 1 декабря уже открывается каток. И в прошлом году мы впервые установили каток «Искусственный лед» рядом с администрацией, потому что место пустовало. Просили жители южные... Не мешали вам? Не мешали? Да, что значит? Главное, чтобы мы не мешали. Понятно, да. Давно просили, на самом деле, жители южной стороны, чтобы было такое место. В прошлом году оно себя показало великолепно с точки зрения посещаемости. В этом году такой же лед будет установлен. Будут установлены трибуны, кафе, передевалки, прокат. Все это будет традиционно. Плюс мы добавим именно зону общепита, чтобы можно было выйти, взять кофе, какую-то булочку, сушки, баранки. Ну да, калории сжигаются. Конечно, да. На свежем воздухе аппетит всегда разыгрывается. То есть места по тем видам спорта, которые всегда традиционно были на территориях, этот вид спорта также остается. То есть мы только увеличиваем объемы, количество и добавляем. Ну, я могу еще по секрету сказать, потому что приходили организаторы, что будут не только вот просто кататься, но еще и будут всякие шоу, когда можно будет и посмотреть, где-то поучаствовать. Так что программа большая. Программа будет обновляться постоянно. Она также, мы ориентируемся программами на те пожелания наших жителей, которые к нам поступают. Поэтому нужно общаться, нужно смотреть на тех ресурсах, где мы размещаем все, и принимать активное участие. Ну что ж, вот таким был прямой эфир. Благодарю вас, Владимир Михайлович. Впереди ноябрь, как мы выяснили сегодня, что это пока еще осень, но потом наступит зима. Мы уверены, что все будет хорошо, все готово к встрече зимой, потому что мы видели с вами, что и пока мы вот разговаривали, у нас была видеонарезка, где были показана вся техника, которая готова, если что, вдруг завалит снегом, все будет расчищаться. Ну и, конечно же, Новый год, это тоже определенное такое уже настроение будет создаваться. Спасибо большое, что нашли время в своем плотном графике, пришли к нам. Напомню, что это была программа «Диалог с главой». Владимир Михайлович выступил в прямом эфире, Владимир Михайлович Волков. Ну, а у вас есть возможность еще раз потом пересмотреть эту программу, что-то узнать. Ну, а если появятся вопросы, то обратиться в администрацию. Она всегда готова же ответить, правильно? Всегда. Мы на все готовы. Мы на все готовы. Спасибо вам, что пригласили. Да, спасибо. Ну что ж, прямой эфир завершен. Желаем всем всего самого доброго. И помните, что мы любим городской округ Люберцы. Все вместе. До свидания.